авторской песни «Брюна Тиана». Я как автор музыки выступаю. Первая песня называется «Письмо, 1812 год». Ах, мы проститься с вами не успели. Внезапно мне пришлось покинуть бал. Я клялся вам не драться на дуэли, но, к сожалению, клятву не сдержал. Шаги не отсчитают секунданты, клинок и пуля распознают цель. В компании вчерашних светских франтов за родину я вызван на дуэль. Сменив теплом пера на хладофреза, рука привыкнет вскоре к палашу. Простите же вчерашнего повесу, коль больше вам уже не напишу. Когда придется мне не слава ради идти на смертный бой за нашу Русь, я медальон с белокурой прядью как образу святому помолюсь. Вы стали мне вблизи еще дороже, гляжу на небо цвета ваших глаз. Любовь спасет, в бою Господь поможет. Отечество сберечь, а значит вас. Под музыку оркестра полкового вернусь я к вам однажды, может быть. Я продаю, увы, нарушил слово, но этот грех сумею замолить.